Новодвинская теплица прочностью своей гордится. Сказочный модельный ряд, австрийский поликарбонат. Архангельск у стадиона «Труд», Новодвинск, магазин «Меркурий». 24 по 30 апреля все для дома и красоты в одном месте. Универсальная выставка российских товаров. Посуда высокого качества, постельное белье из 100% хлопка, натуральная косметика. Улица Космонавтов, 178. Здравствуйте, это телеканал ПС, Юнис и прогноз погоды. Плохая погода и нет настроения, но это для нас ерунда. Все будет прекрасно, скажу без сомнения, и станет покорней весна. И о погоде на 25 апреля, пятница, в Архангельской области. Итак, в Котласе сегодня утром гроза, а на протяжении дня пасмурно и дождь. Температура воздуха плюс 2. В Плесецке все не так феерично, снег, пасмурно и плюс 1 на термометрах. Сыро и холодно в Архангельской области, и город Вельск не стал исключением. Там сегодня воздух прогреется до плюс 2. На протяжении дня пасмурно, утром дождь и о погоде в Архангельске. Сегодня без осадков. Утром облачно, 0 градусов на термометре и слабый ветер. Днем температура поднимется до плюс 2. На небе пасмурно, вечером температура опустится аж до минус 3. На небе ясно и ветер умеренный. Не знаю, как вы, а я давно уже мечтаю. А ты стоишь на берегу в синем платье, и даже краше не могу пожелать я. И распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой. Бой-бой. До встречи на телеканале ПС.